должен приехать папочка. Ну, вы можете немножко не понять моих выражений. У нас есть Зефирка. Зефирка – это типа наша дочь. Я типа мамочка, а он папочка. И вот к нам должен приехать папочка, потому что мы не виделись несколько дней. Вот. И дабы, чтобы папочка не обалдела от вида мамочки, мамочка немножко привела себя в порядок. Ты еще не ушел нахуй, Василий, ё-моё. Тебя уже там ждут. Давай, иди. Ой, отмена, я его случайно... Этого долбоёба пригласила в эфир. Подождите, сейчас я... Потеряю, чтобы скрыть прямой эфир. Все, иди, к ответственности привлекай кого-нибудь. Здорово, привет, привет. Сколько ему лет? 28. Ты, кстати, один из молодых моих парней. Как бы это смешно не звучало. Он еще такой, вот, у тебя, типа, я, наверное, для тебя взрослый. Пришел свидание, красавчик, красивый же. Молодец. Но она все равно как-то отреагировала, так непонятно. Почему ваши бывшие подруги не нравятся, где вы работаете? Настя, ты красотка, спасибо. Нет, я не был предмодерью. На то время, когда мы с ней были вместе, у меня были довольно-таки трудные времена, и вообще в нашей семье. Дядя Вася поругала. Да дядя Вася в край охренел просто, я вам скажу. Меня бесят люди, которые заходят, начинают хамить, оскорблять. Когда ты в ответ, а вы знаете, я всегда в ответ оскорбляю, как ко мне люди относятся, так и я к ним. И когда мне, это, типа, ногти подкорректировала. И когда мне человек пишет, что я похожа на корову, то я его шлю далеко и надолго. И ставлю таких очкунов деревенских на место. Который в прямом эфире сидит, девочки, пишет о том, на кого и что она там похожа. Будь мужиком, не нравится, выйди. Вообще, это такой стрём вообще. Я вообще не понимаю, когда парни сидят в Инстаграме, ведут свои профили, если это не блогеры. И когда еще эти фунячки сидят и хейтерством занимаются, ну, для меня это просто стрём. Слушайте, вообще, благодаря нашей ссоре с родителями, я, в принципе, и начались мои отношения. Вот, поэтому, мои хорошие, с родителями я помирилась, у меня мама вчера была, вот, у меня просто тут потолки высокие, и я не дотягивалась, занавески постирали, все такое. Легкую генералочку. Цветы выкинули, боже мой. Вот эти букеты, это, конечно, все хорошо, эти букеты. Но выносить их и выбрасывать... Мы вчера 3 раза бегали. Слушайте, так мне... Слава богу, я хоть успела ресницы сделать. Я себя без ресниц вообще не воспринимаю. Конечно, мне еще волосы надо делать. Вот. Видите, я тот тип женщин, которая даже дома, когда сидит, она не может выглядеть стрёмно. Я уже смирилась с тем, что солярий мне не светит. Я начала в интернете искать крем какой-нибудь хороший, который смывается не пятнами для загара. Ничего нормального я толком не нашла. Еще я заказала классный костюм. Почему-то у меня взяли предоплату и перестали отвечать. Что-то кажется меня на «е». Но они не на ту напали. Если они меня на «е» и не ответят еще мне пару дней, то на «е» их я. Любишь пукать? Следующий вопрос. Почему волосы хочешь делать? А, да мне надо объем добавить, мне на висках не хватает. Короче, надо объем добавить, в принципе, только вот это вот. Почему ты всегда дома сидишь? А ничего так, что сейчас карантин, мне где сидеть? У закрытого входа в ресторан? Я могу, конечно, там стул поставить и посидеть. С Яндекс.Доставкой, которые там ждут. Действительно, что я сижу дома? Вот я дура вообще, да?
Не знаю, я не говорю, что я ем много говна, но я стала есть большими порциями. А это вообще очень вредно, потому что от этого растягивается желудок. То есть я могу поесть там 1-2 раза в день, но это будет нормальная порция. Лучше есть почаще. Разгрузочный день. Ну, не знаю, если есть дома блендер или какая-нибудь выжималка, сделай смузи. Поделайте смузи, сварите гречки, устройте себе там неделю гречки. Не знаю, я просто человек, который любит гречку, и поэтому для меня это не так сложно. И не покупайте домой просто говно. Не покупайте чипсы, не покупайте эти печеньки, не кладите их в шкаф. Не покупайте это все в количестве, как будто у вас завтра закончен последний день жизни, поэтому вы решили отожраться в край. Я просто никогда этого не покупаю, и поэтому у меня, ну, я поэтому и не срываюсь. Вот вчера я сорвалась на супе. Я навернула 2 тарелки супа, мне так плохо стало, что прям переела. То есть если я отрываюсь, то это, знаете, на чем-то таком. Алиса, ты у меня про вот этот вопрос секс с девушкой спрашивала уже, и наспрашивай. И, по-моему, в директе, потому что мне твоя фотография очень знакома, этот вопрос. Тебя что-то конкретное интересует по отношению ко мне? Нет, я люблю девушек, мне нравится женская красота, женское тело, гораздо больше, чем мужское, кстати, это эстетика. Это, ну, конечно, не у всех женщин красивое тело, ну ладно. Я за эстетику, поэтому, но не более того. Евгения, привет. Меня зовут Игорь, я цифровой художник. Слушайте, вы будете смеяться, но мне часто пишут лесбиянки. Очень часто. Не знаю, видимо, я притягиваю дам. Правда, они все такие страшные, пишут мне. Какие-то, знаете, пацанковатые такие. Красивый член нравится? Блин, я честно вам скажу, вот как говорят же, да, вот в порнофильмах же там, типа, самый красивый, у меня же мама может смотреть, ну ладно. Я не смотрю, чисто случайно видео увидела, как-то когда-то там давно. И говорят, что вот там, типа, ну, выбирают же, чтобы все было красиво. Баб сисястых, там, мужиков с большим. Но я вот даже, смотря, не скажу, что там что-то так красиво. Ну, как-то не очень симпатично, я скажу честно. Какая-то сарделина. Поэтому для меня мужской половой орган, как-то я всегда к нему отношусь так с забавой немножко. Мне кажется, что у девушек как-то посимпатичнее все там. Я хочу вам подарить свою картину. Нет, волосы я красила, я делала милирование, просто тонировали наручные волосы и тонировали мои. И тонировка потихонечку смывается, и смывается немножко по-разному. Поэтому я купила тонирующий шампунь, и мне надо будет шампунькой все это дело помыть. Зефирка поживает замечательно. Смотрите, что связала моя мама моей девочке. Вот такую моднявую штукенцию мы одеваем, когда нам холодно. Прям по размерчику. Зефирка дрыхнет. У нее был обед. У нас уже уши встали. Уже ушки стоят. Мы уже такие красивые. У нее даже пипка красивая, посмотрите. Все красиво. Вся в хозяйку. Ну, знаете, все-таки маленькие собаки – это что-то с чем-то. Я не могу, у меня за нее душа болит. Я, если ее теряю на секунду и не могу ее найти, я думаю, боже, все, у меня 300 мыслей. Я думаю, неужели она куда-то ушла, что-то съела, куда-то спряталась, откуда-то упала. Поэтому я стараюсь не выпускать. Ну, он такой нежненький, такой мой зефирка.
Знаете, как ее по паспорту зовут? Ее зовут Сицилия. Но она у меня будет Пэрис. Все. И моя роль. Моя душа. Когда папа приедет, ну папа вообще не собирается сюда приезжать. Да и мама приезжала не потому, что ей скучно, а потому что она мне тут помогала, я просила. Вот. И чего, зайка моя? Ой, что-то я хотела сказать, забыла. Что я делаю целыми днями? Я слушаю музыку, что-нибудь барганю, готовлю, убираюсь, стираю, еще кое-что. Смотрим фильмы, так как завтра будет, скорее всего, не знаю, будут, нет, ну, как по новостях говорят, уже вот эти вот код, что будут штрафовать, если будешь на улице. Потому что так мы хотя бы локацию меняли, я там в Сити ездила. МЧ своему. Сегодня должен он приехать. Потому что нам с Зефиркой очень тяжело мотаться. У нее просто лежанка, пеленки, корм. Зефирка. Я не назвала ее Зефиркой. Зефиркой я ношу уменьшительно-ласкательно. Да, я увидела это у Тани. Если вы думаете, что я там, блядь, украла и... то нет. Это, знаете, то же самое, что я назову свою дочь Мариной, и Марине будет говорить, твоя мама украла имя у какой-то там Авдотьи. Авдотья тоже так назвала свою дочку. Какую-то чушь несете. Во-первых, она у меня Пэрис, ты я ее уменьшительно ласкательно назову Сефишку, потому что она у меня белая. А если бы она у меня была чисто белая, я бы ее Коксик назвала. Кокс, Кокс, да? Ей бы подходила. Такая же активная. Ну, Игорь, уже в том возрасте, когда нужна уже состоявшаяся женщина, когда уже нет кого-то менять, и просто на этом. Ну, это мое, конечно, мнение. Нашла подругу. Ой, бля, мне так стыдно было. Короче, дрябнула я, как всегда. А когда Настя дрябает, ей надо вечно какую-то ню добавить в сторис. Поэтому, если вы видите какую-то шляпу полнейшую, просто поржите и поймите, что мне хорошо в этот момент. Потому что у меня будет... Зато, знаете, мне столько девочек отписалось. Там подруг очередь выстроилась. Зефирка! У нее зубы чешутся, она кусает все на свете. Я мою Helder Shoulders. Любишь кокс? Нет, не люблю. Он не привязан к работе, он сам себе начальник. Поэтому даже когда не было карантина, он также сидел дома. Ему нужен для этого только ноутбук. Ты кто такой злой пес? Кто такой злой пес? Да, за продуктами сама хожу. Я просто не могу уже есть доставку, у меня от нее уже воротит немножко. Не, можно иногда, но уже вот эти роллы, это пицца, это все, вот это мне настолько надоело. Вам все нравится? Нет? Да мне все такое мистическое нравится. Игорь вам понравился, да? Игорь такой... Кусаешь, чему за губу кусаешь меня? Покажи свою квартиру. Слушайте, я задействую только 50% квартиры. 50% у меня пустует. Шары, да, шары я люблю. Но у меня от них иногда кукушка едет, поэтому их я тоже разлюбила. Тебе румяна не идут. Это фильтр такой, у меня нет румян на лице.
Вот. Нет, с этим фильтром мне больше нравится. Если мучиться долго, то нет. Если мучиться месяцев 10 или год, я смогу, а вот именно вот 3 года, я думаю, что... Сколько можно уже шмыгать носом? Ну, слушайте, у меня сейчас нет возможности сделать нос, потому что сейчас у нас карантин, я еще не определилась с хирургом, потому что ценник скочит очень по-разному у всех, и мне надо походить на несколько консультаций, потому что, мне кажется, когда я пытаюсь объяснить онлайн, меня не понимают и выставляют мне чек такой, как будто я пытаюсь себе, блин, из армянского шнобеля сделать Майкл Джексон. Какие-то баснословные цены. Мне надо его тупо выровнять, я даже не хочу форму менять. А мне ценник там ставят, как будто я, не знаю, пластику всего тела себе хочу сделать. Бабаян? Вот у Бабаяна, по-моему, как раз-таки мне и выдвинули ценник. Бабаян, он, по-моему, работает и по сиськам, и по фигуре. Я хочу именно тот, который работает с лицом. В основном на акцент на ринопластике. А он, по-моему, фигачит все. Я таких не очень люблю. Это то же самое, знаете, есть такие мастера, которые во всех направлениях. И волосы красят, и ногти делают, и ресницы. В итоге все делают хуёво, как я говорю. Надо в одном направлении шпарить. Я по сиськам. Да, по сиськам у меня уже есть врач. Мне только не разрешают их делать. Зефирка с волосами играет. У меня искривление. У меня травма уже года 4. Вот. В принципе, в жизни это вообще незаметно. То есть, пока я сама не скажу, никто этого даже не замечает. Это видно только, если смотреть на меня снизу. У меня немножко разные ноздри. То есть, одна ноздря чуть-чуть побольше. Вот. И меня бы вообще, в принципе, это не смущало, если бы мне это не приносило дискомфорт. Это дыхание, это проблемы из-за этого со сном, и вечно заложенный нос, и вечно шмыганье. Челку? Слушайте, вот нет, я себе вот эти вот занавески уже делала недавно. Неудобно, ветер дует, оно все не укладывается. Если у вас нарощенные волосы, челку вообще не уложишь. Да и у меня короткий лоб, мне вообще это не идет. Скажи, маникюр, да у меня френч. Я же знала, что будет карантин, и я поэтому специально делала френч. Чтобы если отрастут, будет не так заметно. Ну, септопластика. Нет, септопластика вам выравнивают ее внутри. Я делала уже септопластику, сделали мне ее. Ну, короче, что делали, что не делали, вообще ничего не поменялось. А мне надо, чтобы мне еще выровняли нос. Выравнивание – это уже ринопластика с септопластикой. Юзика! 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 Ты чего зарычала? Я иногда боюсь, она такая злая, вон, смотри, что творит. Маму нельзя кусать. Нет, арахисовую пасту терпеть не могу. Ни арахис, ни арахисовую пасту. Бля. Храпишь из-за носа. Но иногда я соплю. Конечно, я не как мужик. Вот это. Но иногда у меня вот такое, знаете, за счет того, что нос заложен. Короче, я так понял, ты искусственная. Ничего не имею против натуральности. Ну как меня, сука, бесят эти долбоебы, которые живут в Мухосранцах, у которых нет возможности с нормальными тёлками общаться. Я не говорю про себя, что я там какая-то такая, я просто в целом. И вот они говорят, ой, да вся сделанная, вся. Да я хоть себе член мужской пришью, но он будет, сука, красив пришит. Какая раз, если это сделано красиво, то почему бы нет? Засунь себе в жопу свое вся сделанная.
Если бы мужики так же бы себя переделывали, я была бы рада. Просто они думают, что все, я родился с членом, я все. Я красавец. Умылся, подмышки забрызгал, пошел. Фу! Просто раздражают меня такие люди. Да есть возможность себя сделать лучше. Делайте. Да, не всех нас Бог наградил всем, чем мы хотим. Если есть возможность подвести, сделать себя увереннее, почему бы нет? Привет. Здравствуй. Считается, что мужчины любят автомобили больше, чем женщины. Я готов доказать тебе обратное. Конечно, если девушка, естественная красота, это круто. Но если девушка, блин, с красивым лицом, но у нее, сука, нос, как не знаем что... Почему бы не сделать его меньше? Если девушка стройная и сиськи, у нее два соска, почему бы их не увеличить? Конечно, когда бабы вставляют уже себе задницы, когда они себе жир откачивают, это уже борщ начинается, да. Но когда какие-то легкие коррекции вносятся, это же замечательно. Да я уже не знаю, что смотреть. Я уже, знаете... Чуть-чуть буду устала. Знаем. Мы говорили, наше поколение это такая актуальная тема на самом деле. На кого-то мне кажется похож. На кого? А все, кто пишут, вот это извините, не хочу никак сказать, но все, кто пишет говно симпатичным бабам, это те бабы, которые не могут себе ничего позволить. Извините, я, наверное, скажу, мне кажется, это так. Сидят, каждый день на метро туда-обратно на работу съездили, 30 тысяч в месяц получили. Еще сидят, жирные, прыщавые, в штанах дырявы ходят. И, конечно, я бы в такой ситуации тоже бы сидела бы и всех хуесосила бы. Ну, просто я, наверное, другого склада ума, я свою жизнь сделаю так, чтобы мне не хотелось сидеть дома и пердеть на красивых девчонок. Она вам сказала, ваша девушка или как? Ну да, девушка сказала, что у нее есть такая подруга, которая этим занимается. Да нет, вы что, мне есть над чем работать, я далеко не красавица, потому что я всегда, знаете, я сравниваю себя не с худшим, а с лучшим. Так же, как и свою жизнь. То есть кто-то считает, что, типа, вот, мне бы так, а я вот там, типа, смотрю на девчонок, у которых там... Ну, короче, это, знаете, это как денег много не бывает. У тебя потребности растут, и за счет этого тебе всегда всего мало. Вот, и как бы меня начали пилить в этом плане. Вот, что так и так, что ты вот не развиваешься, ничего не хочешь, хотя на самом деле это было не так. То есть я не сидел, я не лежал на диване, я не пил. У меня, кстати, сейчас губы нормального размера. Было одно время, когда я борщила, сейчас мне очень-очень нравятся мои губы. Красивую жизнь, накрученную подружкой, которая встречалась... А глаза у меня, кстати, очень большие. Инстаграмом. Вот. Чем закончилась эта история? Я сегодня без ужина. Я сегодня и суп не хотела есть, но я все-таки на обед его поела. Я просто обожаю куриный бульон, поэтому... Слушайте, я вам скажу больше, вы можете смириться с тем, что мы никуда летом не полетим. Я сомневаюсь, что откроют границы в скором времени, поэтому сидим и довольствуемся тем, у кого есть дачи, загородные дома. Потому что, видимо, лето мы будем проводить там. Перед вами Евгений, ей 22 года. Расскажите, в нашем коре. Ой, слушайте, честно скажу, я на губы решилась лет... Я всегда хотела губы. Для меня припухлые губы – это красиво. Я не считаю, что это нормально. Я лет 18 их сделала. Даже маме ничего не говорила, пошла и сделала. Правда, потом схлопотала от нее. Она меня даже побила. Она сказала, ты что с собой сделала? Я говорю, мама, я хочу быть губошлепом. И ее изменить, показать и светлое будущее. Понимаете, мне с ней надо... Ну, я так не могу. Ну, никто вас после послушайте. Ты кушаешь сладкое? Ну, я могу покушать что-нибудь, но... Кстати, раньше я без сладкого вообще не могла, там, без печенюшек. А сейчас вообще спокойно. Не знаю, как-то я себя отучила. Мы говорим, в принципе. Ну, я готов, в принципе, человека как-то изменить, как-то я помочь, да, если человек там... Она не хочет. Человек говорит, я работаю, то есть возьмите меня, я учиться не хочу. Могу, но я говорила, что я не хочу учиться. Ну как, ну в течение там 9 месяцев это максимум.
Ты кто тут такой лизит, балдеет? Малышка, спасибо. А, это вы собаки? Собака, да. Она у меня лучшая. Самая красивая собачка. Да, она прям балдеет, когда ей пузико. Она прям... Скажи, мне бы сейчас мужика сюда, да? И бутылочку венца. А живот мягкий, теплый. Включи музыку. Ой, знаете, я колонку спустила вниз. А она очень тяжелая, потому что обычно, когда у меня хорошее настроение, я там включаю себе музычку. Да, это чихуахуа мини. Большой член и большой кошелек. А можно и то, и то? Чего я должна выбирать? Между хорошим и тем, и тем. Посоветую питание. Слушайте, питание — это у тебя тело подтянуто. Я не считаю, что у меня тело подтянуто, потому что я очень резко худела, очень резко толстела. Мне надо заняться спортом. Вот. Ну, скажем так, я не считаю свое тело подтянутым. Но я не считаю себя жирной. Ну и худой не считаю. В общем, короче, я какой-то непонятно кем себя считаю. Сколько капсул, я не знаю. Я наращивала 300 грамм. Конечно, светлее становлюсь. Во-первых, я очень часто бегаю в душ, потому что я то позанималась, то туда, то сюда. В общем, я в душ бегаю 2-3 раза в день. Вот. И за счет этого, когда еще набриваешься и все такое, загар смывается просто с кожи света. Он, конечно, еще чуть-чуть остался, но это бесполезно. Это потом по новой загорать, я уже поняла. Я уже поэтому смирилась. Радует одно, что сейчас будут все страшные, поэтому... помочь девочке, то есть она сама, конечно, не согласна на телесную осибирскую, она, в принципе, вот она растрогана, да, и там платье, цветочки, то есть просто девочке в жизни этого не хватало. Владислав, человек с воздушной Венерой, с Венерой Сурской, последний раз реснички я делала, ко мне девочка приезжала, она с выездами работала, когда уже... Да, в любом случае, кому вы не пошли, мы вас поддержим. Гель для душа, да, у меня Ниве обычный. Да, давай, пожалуйста. Да, я новости смотрела. Я сейчас новости смотрю, потому что меня немножко пугает вся ситуация, происходящаяся в мире, непосредственно в Москве. Поэтому я стараюсь следить. Я могу дать контакт, но завтра будет пропускная система. Я сомневаюсь, что у нее есть пропуск, потому что она не ИПшница, никто, она сама чисто этим занимается, что она будет ездить. Так-то я, конечно, могу оставить номер, но я не думаю, что она будет поедет, потому что завтра, кто не знает, начнется очень жестко контролировать, будет штрафовать. И уже как я на такси ездила постоянно до дома туда-обратно, уже не получится. Поэтому мы специально... знали, что, скорее всего, будет такая ситуация, снимали квартиру в шаговой доступности от Сити. То есть, если при хорошем раскладе я не смогу на такси, то мы с Зефиркой будем гулять. Там 15-20 минут пешком. Поэтому такой грустничок, грустняцкий. Пошли. Нет, знаете, она у меня умница, она когда хочет туалет, она начинает скулить. И я понимаю, что она хочет туалет, я ее опускаю на пол, и она бежит к своей пеленочке. Она уже была приучена к лотку. Конечно, бывает, когда она какается и психнуть может, но старается, видно, что она старается и знает, куда надо.
Ну куда полезу? Ой, сейчас, секундочку, подождите. Да.